сейчас Аня будет искать подарки во всем отеле. И все, что ты найдешь, это все для тебя. Ура! Я так долго ждала этого дня! Давай, Аня, ищи, давай с террасы начнем. Давай. На шлепки обуй. Потом ты все сразу откроешь. Давай еще и еще. Да, немножко ищи подарки. Есть! Давай сразу склади. Вот! На коробку это не похоже. Ой, еще ищи. Точно знаю, еще два. Аня, ты достала 4 вот такие лолы. И первое вот это было. Да, первое такие лолли пэтс, новый какой-то сюрприз. И от меня подарок. Вот. Кружка пушинка. Она стеклянная. И сейчас Аня вот достает Сваровски. В пакете еще один пакет, в пакете коробочка, в коробочке еще одна коробочка. И если здесь будет еще одна коробочка, я буду в шоке. Коробочка? Что? Сережки! Микки Маус и Сережки, они сейчас в моде. Это от кого подарок? Это вообще от мамы с папой.
Давайте вот. Давай, твои догадки. Попробуй догадаться, что здесь. Ну, я даже не знаю, как. Давай откроем. Я в этом вас просила купить мне. Это Лоли Покет. Лоли Покет. Просила это. У тебя есть такой супер маленький, а ты просила большой, но мы тебе не купили. Да. Это от меня два подарка. Арбиза маска. А что? Открой. Пластырь? Да. Кошечки, пластырь. Ты же не ожидала. Все открыть надо. А, еще четыре получается подарка. Нет, это вот так вот. Нет. Я знаю, я знаю. Да, сейчас развязывай. Мастер развязывание. Это одежда. Это что? Это сумочка. Арбузик. Это от кого платье? От мамы с папой. Ну, это кто? Это супергерой, девочка супергерой. У нее, видишь, у нее тут маска, потом у нее, по-моему, топик, плащ, у нее маска, тут плащ, накидка. Красивый. Давай вот эту сумочку откроем. Ну, сколько отделения. Ну, да. Самое маленькое отделение. Потрогай, что это? Попробуй отгадать. Понятно, что это? Да. Это большое? Да. Это обезьяна тут? Нет. Почти. Это понятно? Обычно ты можешь ее переделать в блестящую. Да, все рядки будут у тебя. Здесь есть какие-то блесточки и какие-то фуз. Мы не знаем, что это такое. Это последняя коробочка. А, нет, это от бабы Жени. Спасибо, баба Женя, если это видео смотришь. Это домик. Который здесь превращается вот в такую вот штучку. Там еще внутри должна быть куколка. Да, она очень эксклюзивная написана. И я буду сейчас открывать. Мы чуть позже немножко с вами встретимся. Ребята, и еще один эпик фейл. На Ане день рождения мы заказали торт, который должны были нам в отеле принести. Мы думали, что он будет большой, да, целый торт. А нам принесли такой вот кусочек. Только мне. Да, это только Ане. Но мы обязательно приедем в Вильнюс и закажем Манечке красивый супер-пупер праздничный торт. Да? А сейчас зажигаем свечку, и Анютка будет задувать. Аня, ты еще загадывай желание, потом дуй свечку и откусывай торт. Я хочу тебе сказать то, что сегодня было просто очень много сообщений в Инстаграме, ВКонтакте. В общем, сейчас я тебе почитаю от подписчиков наших. Тебя поздравляют просто тысячи человек. Сейчас я почитаю некоторые сообщения. Вот, фан, пишет мой. Анюта, ты такая уже большая. Я хочу поздравить тебя с этим чудесным праздником. Ты очень талантливый ребенок, ты умница. Все то же самое про Машу.
Следующее сообщение от Лав Карина. Она стих написала. Анна, Анечка, Анита, будь прекрасна, незабудка, рассветай, благоухай, сердце счастьем наполняй. С твоим днем счастливым этим будь счастливой ты на свете, и любимой, и прекрасной красоты, любви и ласки. Оставайся милой, доброй, но серьезной, но не строгой, беззаботной, лучезарной, обязательно желанной. Спасибо, если ты смотришь мое видео. Аня, я теперь тебе почитаю несколько сообщений. Написала тебе, например, Катя, это Машина одноклассница. Анечка, с днем рождения тебя, желаю счастья, здоровья, чтобы ты была самая лучшая блогерша во всем свете. А еще поздравила тебя Кира. Счастья, здоровья, чтобы достигла всех высот. Спасибо, девочки. Мария Эмоджи, поздравляю Анюту с днем рождения. Алексия блогерша тебя поздравляет. Поздравляю маленькую яркую звездочку с днем рождения, ярких побед и солнечного настроения. Спасибо всем большое, кто меня поздравил. Я вас всех люблю и мои подписчики люблю. Мы пошли праздновать, а вы не забудьте подписаться на мой канал и поставьте лайкосики на это видео. Поставьте 1 000 000 лайкосиков, тогда я буду знать, что вы меня любите. Пока-пока!